Всем привет! Ребят, сегодня мы едем на экскурсию в Дом дельфинов. Сегодня хорошая погода, вроде нет ветра. И обещают, что раз безветренно, будет много-много дельфинов. Я надеюсь, что мы вам покажем такую красоту с Уралом. Будем плавать и смотреть на дельфинчиков. Вы со мной? Давай сегодня, тут моя группа, наш оператор сегодня, дельфинский дельфин сегодня, на фото, видео, на корабль, по собой, с тобой Нилу, с тобой Корабль, с тобой Акула, все эти видео. Хорошо? Не Акула, только ты. Спи, моя радость, усни. Спишь? Как всегда по традиции, покажу вам нашу яхту белоснежную. Вот, она двухэтажная, в шарме у нас трехэтажная. Здесь у нас повар готовит кушать, салам алейкум. Здесь вот наш инструктор Макс. Это Макс, наш инструктор. Вот, здесь как бы наше снаряжение. Как расскажите, как вам дельфины были? Дельфины круто. Кстати, риф неплохой. Хороший риф, да? Я думала, что похуже будет, но нет, риф хороший, много-много разных рыбок. Вот, и риф тоже классный. Вот как бы это первый этаж нашей яхты. Вот отсюда мы все ныряем. Сейчас покажу вам вверх. А, это наш капитан. Я вот думаю, переодеться. Капитан. Конечно, говорю. Шур. Вот каюта. Здесь мы сейчас будем кушать. Вот все уже готовят. Здесь можно отдохнуть, почилить. И сейчас покажу вам наш второй этаж.
аккуратно поднимайтесь, а держитесь руками за эти поручни. Вот, а второй этаж нашей яхты. Здесь можно почилиться, отдохнуть, поспать. А здесь как бы, конечно, посидеть. Вот, штурвал нашего капитана. И крутой вид на море. Ребят, сейчас время обеда, а на каждой экскурсии всегда подается обед. Пойдемте что-нибудь покушаем. Покажу, какое разнообразие, так скажем, продуктов здесь есть. Да, и кухня здесь всегда египетская. Поэтому сейчас с Лотней будем кушать египетскую еду. А я хочу вот эту тарелку, смотри, какая. Здесь типа как шведский стол. All inclusive. All inclusive, все включено. Салат. Здесь макароны. Yes. Рис. Хватит. Рис. Нет, хватит. Okay. Это что, рыба? А, курица панировки. Курица панировки. Какая-то колбаска. Котлетка. Котлетка, да. Картошки лучше побольше. И много салатов, посмотрите. Да, салат я очень люблю. И вот кабачки. В Шарме не так много салатов давали, да? Салатов, да, было в Шарме намного меньше. А можно еще ладно? Окей, thank you. Вот так вот. И хлеб. Он, кстати, бездрожжевой. А Курал все это время думал, что он дрожжевой, и не покупал его, да? А он бездрожжевой, еще и, кажется, на грубой муке. Вот. Так что приятного аппетита! В конце дня нам приносят фрукты, гуавы, апельсины и бананы. Такие вот угощения для всех туристов. Ребят, ну все, мы закончили нашу прогулку и идем сейчас домой. Нас довезли до дома. То есть, в принципе, любая экскурсия подразумевает, что вас забирает трансфер и обратно возвращает. Но мы немножко схитрили, мы решили заехать на рынок, поэтому мы вышли в центре города и взяли такси, и доехали на такси до дома. А так, каждый из вас, покупая экскурсию, даже если это уличная экскурсия, как вам говорят, это небезопасно, все это фигня, просто туроператорам выгодно продавать вам дороже экскурсии. Поэтому вы можете всегда найти экскурсии в других местах, например, через моего друга Турала Джабарова, который снимает как раз этот блог. Совсем не реклама, да? Совсем не реклама. То есть, по сути, вы получите хороший сервис русскоговорящего человека, который вам все объяснит и расскажет, и при этом, на самом деле, очень хороший будет сервис. Но на Хургаде мы сейчас вот попробовали только первую экскурсию, планируем еще. И если вам интересно, то ставьте лайки, пишите комментарии, интересно ли вам такой формат видео, или вы все-таки хотите от меня только экспертного и медитаций, пишите, пожалуйста, я рада любой конструктивной критике или пожеланиям. С любовью, ваша Алтынай. Активируйте колокольчик и подписывайтесь на мой канал. Thank you.